Уже во второй раз глава Ленинского городского округа Станислав Катров встречается на бизнес-завтраке с руководителями компаний, работающих в северной промышленной зоне города Видно. Главной темой разговора, который прошел в преддверии Дня предпринимателя, стал проект полной реорганизации дорожного движения на этой территории. Масштабные работы коснутся 4 дорог общей площадью 36 тысяч квадратных метров. Будут реконструированы 2 железнодорожных переезда. Данные проекты будут предусматривать расширение автомобильной дороги для передвижения больших грузов. Это устройство парковочного пространства, установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов, обязательное обустройство остановочных павильонов. Кроме того, на всем протяжении дорог установят освещение, словом, все для безопасного передвижения пешеходов и, конечно, грамотного трафика фур. Начало работ запланировано уже на этот летний сезон. Запланируйте работы по ливневке. Значит, на меня нужны служебки и, соответственно, доведение лимитов вам, чтобы вы ливневку уже в этом году смогли создать. Дальше мы пока определяемся с ответственными, кто готов участвовать, находим дополнительное финансирование. Я уверен, что за следующий год мы полностью асфальт проложим, а в этом году должны успеть еще коммуникации под столбы заложить. Резиденты северной промзоны активно высказывали свои пожелания и возможные пути решения транспортных болевых точек, с которыми они ежедневно сталкиваются. В основном это касается неправильно припаркованных большегрузов, что сильно затрудняет движение. Общая стоимость проекта около 200 миллионов рублей. Для его скорейшей реализации и комфортного передвижения по северной промзоне с предпринимателями достигнута договоренность совместного финансирования. Для того, чтобы принять такое решение, необходимы установочные данные, которые позволят нам определить, чтобы мы могли хотя бы задать вопрос своим акционерам, это 10 миллионов, 15 миллионов, 5 миллионов. Основную часть работ планируется завершить в следующем году. Екатерина Коваленко, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.